что мы можем на своем месте сделать и помочь. Понимаете? От того, что Юрий Семенович, смотрите, заметьте, Юрий Семенович стал уже неуверенным. Вот раньше он ходил на трибуну, и Серега говорит, я обратил внимание, что доклад раньше был четкий, военный. Потому что человек такого выражения задолбали мужика, понимаете, вот извините, есть такое выражение. И вот понимаете, к сожалению, так, мы ничем помочь не можем. Вот от того, что мы задаем вопрос, надо задать не его вопросы. А давайте так, вместе с Юрием Семеновичем, вместе с врачами, давайте. Мы не говорим об этом. Давайте пытаться через Мурманск действовать со всеми.